Вдохнуть в историю новую жизнь. Виктор Крюков – писатель, журналист, краевед. Воссоздал атмосферу древнего Курска в художественной книге «Стрелок». Презентация состоялась 22 мая в библиотеке имени Семенова. Пройтись по улицам 400-летней давности и восхититься мужеством наших земляков теперь может не только автор. Наверное, очень интересно. Я хочу ее прочитать. Я уже прочитала. Колоритный язык, захватывающие приключения и глубокий патриотизм. Интересное чтиво для курян любого возраста. Иллюстрации книги сделаны рукой автора. Многие герои имеют современные прототипы. Так в книгу о древнем Курске попал Олег Радин. Нет ни одного имени выдуманного. Там все имена, без исключения, реально существовавшие. То есть я брал эти имена из списка таможенного списка, где все люди, которые что-то покупали на Курской ярмарке. А некоторые лица, герои – это не только реально существовавшие, но и отмечены в каких-то исторических хрониках и так далее. Ну, в частности, главный герой тоже. И, кстати, истории стрелка Ивана Яблочкина заинтересовались не только в нашем городе. Возможно, в ближайшем будущем по этой книге снимут фильм. Виктор Крюков – краевед со стажем, многочисленные публикации в газете «Городские известия» и серия книг «Княжий воин». Патриотизм у него в крови. Отец писателя – герой Советского Союза. Его имя носит одна из улиц в нашем городе.